улица Хайарком начинается вот там, где вот эта вот мечеть. Вон, видишь купол? Там вот, вот в этой мечети теракт был же, да, они про нее рассказывали, да, первый там такой. На дискотеке там, по-моему, да? О, камикадзе был. Там панорама. А обойти это так. А, обойди. Аннушка, да я знаю. Ну, сейчас мы выйдем. Сейчас. Понятно. Я почему по этой стороне иду, потому что если не рядом с теми домами, тогда видеосъемки не получится. И фотосъемки не получится. Фотосъемка, мне страдает. Немножечко, извини. Мы с тобой. Я тебя завел. Я негодник, тебя завожу вечно. В тупики. Какое-то другое ощущение города, да, вот как-то такое, нежели чем в других городах. Никак в Иерусалиме, ни в Эллах, никак. Тут больше как город все-таки, да, воспринимается. Да не, она более провинциальная
мечеть. А в каком году здесь теракт был, ты не помнишь? В этой мечети. Ну, где-то одним из первых, да, таких глобальных терактов был здесь, да? Так. Перейдем на ту сторону, где, ну, первый переход, который... А мы пойдем по улице Ярданит, мы пойдем не по набережной, а по улице... Нет, мы идем пока... А это самое, мы увидим, где отель, по этому самому, по башне. По... Да нет, я... не поняла, зачем... А магазинчик посмотрим. А мы идем туда, мы же идем домой. Мы... Смысл-то в этом заключается. Идем домой, но опять за вход? Нет, нет, мы идем по параллельной улице. Зачем параллельно, когда вход у нас есть? А чтоб зайти в магазин. Какой? А, посмотреть клавиатуру. Какой магазин? Ты знаешь, что есть там нет? Ну ты же вроде как бы согласен. Я соглашаюсь, потому что там нет.